Скорей, шагай, шагай. Иди сюда, шагал мой маленький. Маленький мой шагал. Витюн, шагал. Мама утю домашнюю нарезала тебе мое сокровище. Слышь ты, попробуй не съесть. Это кто тут такой? Кто это тут такой? Кто тут за бандит такой бандитский? Бандитский бандит. Ох, какой у тебя комплекс. Да? Это все та же Марина прислала. Вот, которая и эту надувную присылала. Ну, надувную этот гад сломал быстро. Шарики одни остались. Ну, как сломал? Примял ее. Ядри, вы что, оборзели вообще? Я б знала, я бы всю ее себе в соус положила бы, эту утку. Домашнюю утку они есть не хотят. Вот это сокровище. Мама там замерзла готовить на улице. Холодно там. А кухню мы мечтали доделать. На доме 2, точнее, сделать. Так и не сделали. А в доме готовить невозможно из-за вот таких вот личностей. Вот оно сидит. Вот эта вот личность сидит, сидит. Жрет она утю домашнюю. Мясо, блин, как у мраморной говядины цветом. Да. Вкусно. Конечно. Ох, капец. Витюн, Ракель, иди сюда. Ракелька. Нету, не видно ее, Зай? Ну, я думаю, Егор все не стрескает. Оставит ей. Ой, ой, Витя, паспорту. Витюн, боже мой, проснулся мой сладкий. Мамина радость, мамина коряпка. Шагает, шагает он. Зайчонок мой. Наяривает. Ух, Вить, понял, что он сказал тебе? Ух, говорит. Пошуршал, Витюк.